Все, можно. А что бы ты сделал, будь у тебя сила тысячи хищников, и в жилах твоих вместо крови текло бы одиночество? На коже искусственной сотни проклятий вычерчены, свобода от совести, шепот немого пророчества. А что бы ты сделал, если б тьма поглотила полностью все окружавшее, все, чем дышал и чем чувствовал? Что бы ты сделал, когда в твоей ротовой полости клыки словно лезвие, язык, как из стали, мускульный? И тот, кто тебя превратил в это страшное чудище, тот, кто посмел себя богом считать сумасбродный, подсылает убийц хитрецов кровожадных тучами. Что бы ты сделал, будь ты до мести голодный? Что молчишь? Неужели в разрез сказать нечего? Онемел от того, что решился на миг быть смелым? Ты глупец, несмышленый малыш, человечишка. Посмотри вокруг. Страшно. Вот это я сделал. Необычное стихотворение про маньяка. Гражданин маньяк-убийца, подождите. И позвольте, я вам что-то расскажу. С мокрым делом минут цать повремените. Больше я ведь никогда не задержу. Может, водочки махнем на брудершафт? Мне кончину не с кем и отметить. Чудный во дворе у вас ландшафт. И сарай весьма, и лампа ярко светит. Вижу, шрам у вас остался на щеке. Ох уж эти истерички жертвы. Нож лежит блестящий на столе. И для связывания тугие ленты. Вы не против, я тут подмету? Голодны, быть может, есть хотите? Я неплохо пироги пеку. Много говорю, так вы поймите. Одиночество такая вещь. И предательство от людей не сосчитать. Где у вас мука и печь? Вам везет, вы стали убивать. Белых стен тревожный холодок. Скромная больничная палата. Где я? Где я? Вы, наверное, бог. Я не верю, вы не психиатр. Если бы вы были им, это позначало, что я болен. Где маньяк? Мы выпить с ним хотим. Отойдите, только не уколы. Недавно я ездила в Волгоград, и там произошла такая ситуация. В общем, по мотивам того, что произошло, я сочинила стихотворение. Веселое. Однажды с добрым давним другом мы пили водку во дворе. Все было чинно и культурно. Я предложил с ночной ко мне. Тогда мы взяли еще пиво, чтобы поговорку окупить, и поднялись ко мне в квартиру. И только я хотел разлить, как в дверь звонок. И на пороге девчонка в шортах и очках. Она вошла, спросила соли. Я глянул время на часах. Потом все как-то закрутилось, она читала Ливингстона, на горечь кофе мило злилась, а я не мог сказать ни слова. Я был настолько покорен и про себя слагал стихи на итальянском, не родном, зато красиво, от души. Уже представил, как на свадьбе наш друг готовит глупый тост, и ты вся в белом пышном платье, как крепим мы замок на мост. Но все закончилось к утру. Ты извинилась и сказала: «Я уезжаю в Петербург, такси оплатишь до вокзала». И еще тоже недавно сочинила стихотворение, хочу прочитать. «Мне нужен мужчина, как многим, такой, чтобы нес на руках, серьезный, не слишком строгий, с огнем в добрых ясных глазах. Мне нужен, как многим, сильный, такой, чтобы как стена, приветствуется квартира, машина, гараж, все дела». Мне нужен мужчина, как многим, такой, чтобы с головой, при этом смешной и веселый, с широкой, открытой душой. Мне нужен, как многим, нежный, внимательный, верный, простой. Но чтобы харизма и стержень, мне нужен, как многим, герой. Да, многим нужны мужчины, и дом, и уют, и семья. Мне нужен самый любимый, чтоб я ему тоже нужна. Спасибо, Юлия. Так, пожалуйста, да, мы вытягиваем. Так, вопрос. Я вообще думала, он даже не будет пользоваться популярностью. Вопрос, да, у нас вообще прям. Так, говори.